страшнее фильма катастрофы. Цунами после извержения вулкана в Тонга сносит все на своем пути. После природного бедствия на острове Американское Самоа отдельные районы погрузились в кромешную темноту. Вот такое извержение вулкана и далее цунами. Я не знаю, вместо того, чтобы укрыться где-то, некоторые еще стоят и фотографируют. Ну, экстремалы, точно. Женщина вон прицепила к себе баллон и стоит, фотографирует. Ну, экстремальная ситуация. Природа бушует. Стихии бушуют. Огонь, вода, ветер. Что творится по всему миру? Ужас.